Так, Софик все, собралась, уходит. И как вы думаете, куда она сейчас пойдет? Она уже пиццу заказала, да? Пиццу, пиццу. Ничего. Пиццу? Не хочу вообще есть. Что-то на ужин хочется вкусненькое приготовить. Может быть, курицу на соли? Обидишься? Нет. Не? Чао, бабушке с дедушкой привет. Все, давай. Все, хорошо вам провести время. Ну, спасибо. Я пошла. Я тоже любила в детстве ходить. Перемытая вся в этом стоит. Бабушке с дедушкой. Или одеть ботинки. Я не знаю. Что хочешь, обувай. Ботинки. Всем привет. Так, я собралась в магазин. Пойду себе настроение поднимать. Шучу. Мне, знаете, я кинулась, я хотела салат приготовить, а у меня нет лука. Я вчера лук, когда печень жарила, использовала весь лук. Вот. Девочки, вам шубка моя понравилась. Я могу вам ближе ее показать. Я вам ее так не показывала. Ну, как ближе, но... Такая с подкладкой, но она без утеплителя. Ну, вот сейчас... Я, конечно, хотя без шапки идти посмотрела, а там почти... 1 градус. Наверное, придется в шапке. Хотя я хотела без шапки. Но мне идти недалеко. Но я шапку, наверное, возьму с собой в сумку. Как вам, чтобы показать? Давайте в зеркало. Света нет. Надо тут в коридоре. Вот такая вот она. Шубейка длинненькая. Очень теплая. Ну, как по мне. Ну, понятно, не на мороза. Вот сейчас как вместо пальто носить. Мне очень нравится цвет. Я тут лампу поставила. Она такая мягуська-мягуська, девочки. Я покупала волсивой Кики. Я девчонкам писала в комментариях. Волсивой Кики. Она недорогая, девочки. 1700 гривен была. Я когда ее увидела, прям сразу в нее влюбилась. Померила и взяла. Размер, сейчас вам скажу, может кто-то захочет. Вот такие, как я, размерами, девочки. У меня написано... 44. Я меряла 46, но она была прям сильно свободная. И это на мне свободненько. Ну, как бы не в обтяжку. Прям обожаю ее. Ношу эту шубейку. Вот. На морозы нет, наверное, будет в ней холодно. Ну, вот сейчас я хожу вообще, видите, я хожу с кофтой, короткий рукав, мне не холодно. Так. Я иду в магазин, мне как бы немного надо купить. И вот думаю, тянуть мне с собой тележку или не тянуть. Вести с тележкой или без тележки. Мне просто, мне там лук надо, еще кое-что. Но мне как бы немного покупать. Вот это из-за лука иду. Вы мне сказали, Наташа, ходи. Ходи и отвлекайся от всего. Вот свет, конечно, белый такой. Видите, все дефекты. Да, вот так вот. По-другому наведешь и сразу же другое лицо. В общем, вниз вообще нельзя опускаться. Это же ужас. Страхолюдие какое-то. Этот. Я с этим фонарем. Ну, как есть, так есть. Нету света. И Жене некогда сделать люстру тут. Так, духи, духи. Берем духи, нашла. Нет, это не они. Флёр наркотик. Или наркотик. Очень вкусненько и сладенько пахнут. Так, сумочка моя. Дежурная. Ладно, иду без своей тележки. Белье развесила, постирала все. Ладно, видите, как засвечивает там. Белье развесила, посуду помыла, унитаз вымыла. Можно идти в магазин. Так, Мики, дверь открываю. Микуся, ты на хозяйстве. Свет выключаем.
и берем. Так, ну пойдемте, сходим, немножко отвлечемся от грустных мыслей. Вы мне там пишите, видео вышло по поводу, так стану, чтобы вам не засвечивало, квартира. Говорит, Наташа, все пишут, ничего не надо сейчас покупать. Ну, я тоже так думаю. Вот. Ладно, ждем, девочки, хороших времен. Как будет, так будет, жизнь покажет. Что оно впереди, как оно будет, что оно будет. В общем, живем. Пошлите в АТБ, пройдемся, посмотрим, что там хорошего. Приехали. Так, цибуля 14,89. Цена. Морковка маленькая, очень мелкая. Так, майонеза такого нет по акциям. Что тут, кетчуп и чили по акции. А, не по акции, просто такая цена. Солодкий чили. Ну, такой не пробовала. Взять соус или не надо. Томатная паста буряком. И можно борщ варить. 26 по акции. Огурчики 99,89, тепличные 95, перец. Клементин. Что они вообще такие мелкие, примелкие? Не знаю. Так, что там сахар? Сахар 32,90. Я вчера в посаде брала по 28 гривен. Значит, тут сахар не берем. Гречка 29,90. Рис круглозернистый 50,70. Ого, поделки делать дорого из риса. Рис подрибненный 39,90. Угу. Пшено 21,40. Пшеничное. Чечевица 53,90. Надо на рынке взять чечевицы на развес. Кукурузяна 17,70. Вкусное молочное варить с кукурузной кашей. Манка у нас есть. Манка есть. Так, мне надо чай. Мне еще таранка осталась одна дома. Может, пиво взять? Таранка одна. Такая вкусная. Я растягиваю удовольствие. Больше всех съела. Вот туборх по акции. 124. Был 141. Подумаю, взять, не взять. Или просто баночку какую-то одного взять. Чай. Чай без акции. Вот этот мне надо чай. Черный. Black. Да. Без всяких. Вот тоже. А, бергамот. У меня с бергамотом. Правильно я взяла. Такой чаечек. Цены на чай. А вообще я хочу, знаете, тот, что я хочу чай, мы когда были на центральном рынке, я забыла и не купила. Черный чай. Я хочу заварник свой новый попробовать. Что это за солнечная Индия? Ну, тут хорошо прозрачный, видно. Солнечная Индия. Что там еще? Можно
листовой. Взять попробовать солнечную Индию. $2.90, а это байховый. Попробуем. Вот это. 108. Так. Чай взяли. Конфеты нам не надо. Конфетки не надо. Хлеб есть. Знаете, что мне надо? Сейчас надо тележку брать, возить. Я взяла корзинку. Мне надо салфетки на стол. Закончились. Прям не могу без этих уже салфеток. Салфетка косметичная. Своя линия. Это Экивикси. Своя линия. 6,29,90. Знышка. Салфетки паперовые. Вот все, наверное. Конечно, вот эта коробка мне не очень нравится. Вот такого разноцветного формата. Ну, делали бы какие-то такие более красивые. А сколько их так? А двух паперови, двух шарови. Штук 150. Да за 29,90 можно взять, да? Какой взять? Сиреневый, зеленый. Ну, пусть будет салатневый. Какая разница, да? Своя линия есть. Взяли. Так. Тут не надо нам ничего. Кря-кря, Наталка, ты берешь. Я тоже обратила внимание, ты своему Юрику берешь кря-кря и моешь. Вот сейчас по акции 31,80. Но мне пока у Мики есть шампунь. Но я обратила внимание, что все время можно в ресники, хоть и ничего нету. Правильно, для деток. Можно и нашим младшим деткам. Ой, тут уже новогодние девочки. Новый год. Сейчас будем с вами посмотрим, что в АТБ. Так, что у нас тут? Поводочки появились. А вот смотрите, у кого котики, вот кошечки, вот такую вот ставите на пол. Это царапка. Они коготки точат. Вот. Когтеточка для котов. 139 гривен. Чтобы вам диваны и мебель не обдирали. Это из картона делаются. Она, конечно, недолговечная. Ну, хватит вам. Думаю, на год хватит. Может, кто не знал. Такие есть когтеточки. Оленьки, какая красивый наборчик, да? Подставка. Тебе и моющие, и тряпочку повесить, и губку положить. Красивенький набор. О, игрушки. Игрушки для собачат. Ну, это для больших собак. Ну, Мики брать такой, она такими не очень любит играть. У нее игрушек полно. Так, а что вот это вот? Ошейнички, поводочки разные. Нам такое не надо. На гладильную доску чехольчик есть. И Новый год уже. Новый год к нам мчится. Как ни странно, в АТБ не играет музыка. Разные игрушечки. Девочки разные. Ой, много столько всего. Ну, феечка такая какая-то, ангелочек. Поставил на столик и стоит.
гномики. Так, у нас снеговик уже самодельный есть, нам не надо. Веточки красиво в елочку вставлять. Только елочки нет. Ну, кому, у кого есть, можете вставить. Так, а что вот это такое? Ух ты, колокольчик какой. Разные веточки красивые. Новый год к вам мчится. Пусть мир принесет. Вот и свеча, наверное, ароматизированная. Угу, пахнет. Пахнет. Так, купить Софийке ленту 100 ламп, 10 метров. Она так грустит, что я дома не сняла в спальне со стены. Я говорю, София, ну такая мелочь, ну что мы тебе не купим такую ленточку? На батареечках. А у нас дома была и на батарейках, и в розетку можно было вставлять. Вот удобно, когда можно вставлять, потому что батарейки быстро, ну как, не сильно быстро, но садятся. Так. Игрушечки. Такие вот. О, это эти. Наверное. Это гирлянда электрична. Ух ты. Красиво. Вот на елку красиво украсить. Мотелыки, бабочки такие. Тоже электрическая. 28 ламп, 5 метров. Разные. Вот такие, как лед. На льдинке похоже. Много разных. Так, а это? Это стричка-гирлянда на елку. Тоже на батарейках. А это что? Гирлянда тоже на батарейках. Все на батарейках, ребят. Что вот это такое? Тоже свечка. Ой, извиняюсь. Да, свечка на стол красиво поставить. Тоже с ароматом. Цена не знаю. Вот тут цен вот полно на все. Свечка, да, красивенько. Подарить кому-то тоже можно. Прикольно. Разные цвета, наверное, разные запахи. Детки выбирают все. Такие игрушечки. Потешные такие. Так, а это елочка такая собирается, деревянная елочка, и можно, ну, как декор такой. Прикольно. Деревянная. Есть такая, а есть вот такая побольше. И маленькими игрушечками можно украсить. А вот красиво на стол поставить. Новогодний стол. Внутри свеч поставить, зажечь. Ой, вот это мне нравится. Прям красиво. Нравится вам такое вот? Мне нравится. Интересно, сколько оно стоит. Пойдемте пикнем. Так, сканер. Я вечно, у меня 269 гривен. Ну, не знаю, мне нравится. Красиво. И на подарок, да, подарить так. Ну, это чисто на новогодний стол. Новогодние праздники. Так, елочки.
Такие вот елочки. А вот балеринки. Балеринки. Вот такого цвета балеринка. Красивая. Но они под елочку не подходят. Может, такую ей взять, беленькую балеринку. Мне та больше понравилась в платье. Вот в таком платье мне больше понравилось. Красивенькие. Ладно, их еще будет много. Еще выберем чего-нибудь. Чего только нет, да? Так. Гномики большие такие. Гномы. Мягусенькая, как шубка моя, цветом. Ой, он еще включается. А что ж он там, может, что-то говорит? Светиться тут ничего не должно быть. Гном просто. Но есть батарейки. Так. Тапочки. Тоже еще такие свечи красивые для декора. Очень симпатичные и разных цветов можно себе подобрать. Красиво, мне нравится. У меня есть две свечки ароматизированные, не надо. Для очков чехольчики. Это что, на лоб лепить детям? Термометр дитячий в форме зверят. Ой, я такую возьму. Он, наверное, меняет цвет, да? Интересно, он правильно показывает или нет? О, разные тут такие зверюшки. Но это маленьким деткам, при маленьким, наверное, ну не знаю как, которые не хотят мерять температуру. Не знаю, пробовали вот такие вот термометры. Первый раз такое вижу. Не знаю, даже надо его брать или не надо. Да почитать инструкцию. Ладно, возьму. Так. Так, похоже на лампу, как у меня. У меня попросили купить такую лампу. Сколько ж похоже на мою очень. Моя долго светит. Вот сейчас я отключусь, почитаю инструкцию. К сожалению, я не нашла, сколько он держит заряда. Время нигде не написано. Ладно, может, домой приду, буду монтировать. Но я уже перечитала два раза. Обычно пишут. У меня, например, похожая вот лампа работает при эконом время 6 часов. А если сильный такой, например, ну, сильнее включить свет. Не, сильнее. 12, 6 часов. В общем, 6 и 12. Поняли меня, я уже сама запуталась. Так, наушники. Лампа лентикая. Детская лампа. Прищепки. Не надо. Салфетки с микрофибры. Это что такое? А, полочка для ванной комнаты. Хорошая полочка. А как она крепится?
короче, как-то крепится, ладно. Так, девочки, миски все купили. То мне писали уже, говорили, вернее. Наташа, я себе миски тоже купила такие. Что там внизу интересненького? Вот это что? Так, это ковшечек. Ковшечек у нас есть. Так, посуда, пиалочки такие красивенькие. Чашка, нет? Ну, вот это пиалы. Аня покупала себе такую салатницу в форме капустного листа. Хорошая салатничка, такая емкая, глубокенькая. Так, а это что? Ух ты, хорошая вещь такая. Форма для запекания, да? Очень хорошая. Или это миска? Нет, форма написана. Можно, интересно, ее в духовку? Но она тяжелая. Как вот противень, ребят. Можно туда запекать. Неплохая. Сколько же она стоит? Ну, вот мне нравится. Сейчас посмотрим с вами. Так, что-то у нас товарное найдено. Что, так бывает, да? А ну давайте вы, я после вас. Видите, у вас показывает. И теперь я. Моя очередь. Давай, пропадай. Пропадай. Угу. Ага, вот 279. Форма для выпекания. Ага, вот форма для выпекания, девочки. Очень классная форма. Можно этот, скажите, что выпекать, шарлотку выпекать. Мне нравится форма. Хорошая. Так, что тут? Термочашка. Такое дальше. Формочки. Шапки, колготки. Ну, тут все. Вот это что? Нож кухонный. Наверное, силиконовый коврик, да. Подстилочки. Термос. А еще под низом, смотрите, что нашла. Разные такие вот ленты. Ленты для украшения. Маски. Ух ты, под низом, даже не обратила внимания. Легкая такая. О, тигренок. Купить камелки. Аня скажет, ты шо? Ну и шо? Погулять просто. Чтоб не рисовала на лице себе. Что тут помоющим? А Доместос, вот я раньше брала, знаете, в такой золотистой упаковке, его нет. Вот мне он больше всех нравился. Так. Шпроты-мроты. Те, я покупала шпроты, вам говоря, мне не понравились. Вот этот паштет мне тоже не очень понравился. Ну, не понравился, можно сказать. Печенка трески. Лучше отдельно печенку трески съесть. Салат. Все так. Масло «Щедрый дар» 58,90. Яйца 79, 78, 74.
А там 6.35. Первая категория. Пельмени. Ну, нам не надо. Вареники. Лепи, Наташа, сама. О, огурцы появились. Ура! Огурцы. 74,90. Вот. Главное, чтобы не острые были. И мне подружка хвалила, говорила, вкусная капуста. Вот это вот. Кто брал тоже. Пробовали вы? Ну, я сейчас буду, думаю, салатик делать, мне не надо. Огурцы, наверное, кину. Огурчики пусть будут. До какого они тут? До 12-го. Месяц только срок годности. Это маленькие. Но они такие плотненькие. Сейчас я выберу, какие мне взять. Эти побольше, покрупнее. Ладно, вот эти возьму. Так, и бурячок, наверное, возьму. Смотрю, до какого? До 25.02. Мы его съедим. А этот до 27.01, до 25. Ну, такие крупненькие возьму. Что тут с рыбки? О, какие креветки появились. Креветочки. Икра трески по акции и икра сайды по акции. Так, мясное. Смотрю, колбаски, помните, мы раньше покупали у себя дома, но я таких тут не вижу. Это не такие-то жарить. Это мюнхенские. А, вот они, чевапчичи, нет, с чесноковой для гриля. А, это просто фарш. Это просто фарш. Рыбка. Рыбка у нас есть. Так, перейдем на сырочки. Что вот это? Смотрите, сыр. Угу. 21,40. Сейчас 14,50. Я, наверное, возьму. 70 грамм. Господи, они все меньше и меньше становятся размерами. Да? Взять надо. Наверное, и дедушки, и бабушки возьму. Дедушка у нас любит павлины. Вершкового больше возьму. Больше возьму. Больше возьму. Возьму. Остальное больше ничего тут не надо мне. Перцев, капуста, брокколи, но без акций. Наггетсы. Я бы взяла еще раз наггетсы, но не без акции. А что тут? Чебуреки Левада по акции. Может попробовать, девочки, чебуреки Левада? Как вы думаете? Блинчики, хачапури. Ладно. Мороженое нам не надо. Все. Все. Идем на кассу. Даже не тяжело мне нести. Сладости.
А, хочу шоколадку с орешками. Она даже по акции. Как я вовремя вспомнила. С родзинками чи не? Тільки ВТБ. Чорний. Бо такой я хотіла шоколад. От. Все. А, пиво пойду возьму. Пиво. Какое же взять пиво? Черниговская. Бутылочки. Какое-то я пила пиво. Чайка была написана. Мне так понравилась чайка. А может и не чайка. Я сейчас Стелла Артуа по акции. Было 50, сейчас 42,60. Может, кому спиртное надо по акции? Вот тебе много акций. Прям скидки. Вот такие. Ой, я кофе не пошла, не глянула. Мне надо кофе. Сейчас кофе схожу, гляну. Красивая бутылка. Ладно, я иду сейчас, возьму кофеек. Да, много спиртного по акциям. Кофе, если по акции есть. Так, Nescafe Gold вот по акции. Так, 599. Потому что мы пьем и такой кофе. Возьму вот такой Nescafe Gold. Стоил 359, сейчас 214. Да? Да. А вот это Nescafe 303. Что-то я вот такое раньше не брала никогда. Эспрессо. Все, скупились. Идем домой.